зовут Вероника Афанасьева, мне 13 лет. Я ученица студии «Арт Веранда Дети». Уже не в первый раз мне выпадает прекрасная возможность участвовать в конкурсе Golden Time Talent. И я очень рада, что смогла пройти в гранд-финал. «Рапунцель» – мой любимый мультфильм с детства. Главная героиня, как и я, очень добрая, отзывчивая, мечтательная, не боится трудностей и всегда следует за своей мечтой. Именно поэтому я решила нарисовать ее. В картине спрятаны ее мечты, ее предназначение и творчество, а также ее друг Паскаль. Но найти его вам предстоит самим. Thank you.